Я тебя так долго ждала и вела себя хорошо, честно-честно. И вот, наконец-то ты пришел. Я что-то не понял вообще, что происходит-то, а? Что это такое? При живом муже на свидание ходит. Что это? Да какое свидание, я тебя умоляю? Мы тут просто с дедушкой встретились обсудить мои новогодние подарки. Угу. Так-то бюджет семейный у меня. Ну так-то он волшебник, а ты нет. Да. Иногда полезно задуматься о том, что имеем и чем не дорожим. Пускай мой благоверный хорошенько поревнует, понервничает, вдруг осознает, что такую, как я, сложно найти, легко потерять и невозможно забыть. Ну давай, внученька, расскажи дедушке стишок. Ой, ну хорошо. Дети водят хоровод, хлопают в ладоши. Здравствуй, здравствуй, Новый год, ты такой хороший. Молодец, внученька, держите за это подарочек, колечко. Не нравится мне этот бородатый. Зачем изобретать велосипед? И так всем понятно, что лучший подарок Новому году – это ювелирные украшения. А еще лучше – много ювелирных украшений. Арифметика простая. Когда на все колечки, цепочки, браслеты и часики дают большую скидку, то брать их нужно оптом. Такую логику поймет только Дед Мороз. Но ведь под Новый год мы все становимся волшебниками. Исключение только вот этот лысый мужчина. Слышь, дед, ты куда пялишься-то? Да вот думаю, в Снегурке твою девочку забрать. Слышь, старый, пойдем выйдем. Вот дедушке для меня ничего не жалко, поэтому присмотрю пару роскошных комплектов с редкими природными камнями. В год обезьяны рекомендуют быть яркими и выделяться из толпы. С такими украшениями это не проблема. И вообще я очень хорошо вела себя весь год и заслужила бриллианты от лучших ювелирных заводов нашей страны. Причем даже на такой шикарный подарок действует скидка. Нужно только рассказать стишок дедушке. Ох, иди сюда, девочка, садись к дедушке на коленочки. Проси все, что пожелаешь. Так, ну-ка, хватит с меня уже. Вставай, быстренько. У меня проси все, что пожелаешь. Я волшебник теперь, у меня вот даже шапка есть. Пошли быстренько. Вот это да! Запереживал и раскошелился муженек. Все эти украшения либо вечная классика, либо новинки 2016 года. Можно выбрать колечко под настроение. Вот такое для важного выхода в свет. Такое для привлечения всеобщего внимания. Необычный дизайн и причудливые формы. Вот что нынче ценится. Я, кстати, в долгу не останусь. Приобрету сертификат для благоверного. Пускай сам выбирает подарок. Что тут скажешь? Заслужил. Спасибо. Вот ваш гонорар. С вами было приятно работать. Прямо дружили, Дарья, дежурная по рубрике. А еще кулончик можно? Можно. Ты же мой волшебник. Такой.